Находясь в безопасности, и я расскажу, что произошло. Когда автобус начал двигаться, я доедал рюкзак Ангелине, а за нее сильно, очень сильно схватились контролеры, одна из них, очень сильно даже остались следы на руке. Я в этот момент вручную открываю одну дверь, высовываю ногу, там видно, что автобус двигается, я немножко пытаюсь коснуться асфальта, чтобы водитель увидел ногу и решил остановиться. Естественно, они там закричали, запаниковали, и решили все-таки остановить автобус, автобус остановили. Я оттуда попытался вылезти и за собой тянуть Ангелину, это было не очень легко, потому что ее держали, но в целом я сначала вытащил рюкзак, а потом вытащил за руку и Ангелину. И все, дверь закрылась, автобус поехал дальше, сзади видно на кадрах, как он едет, а мы обошли через туберкулезную больницу вокруг и какими-то лесами, дебрями решили пройтись, не потому что боялись милиции, а потому что действительно знаем, что контролеры могут, ну то есть им же скучно, им же заняться нечем, как я считаю, бесполезнейшая профессия в этом мире, и они могли бы вызвать действительно милицию, а нам еще оставалось пройти там 2-3 остановки, поэтому мы решили изменить маршрут, пройтись более красивым местом и спокойно добрались туда, куда планировали, вот, и дальше вы видите, как мы спокойно идем, как мы себя чувствуем. Вот такая история. Так, жалко, что остановилось. Жестко очень мы вышли. Сейчас будет операция перехват из автобуса. Так. А нам нужно спрятаться. Все нормально? Все на месте? Да, понятно. Все хорошо. Так. Так, куда будем прятаться? Так, там больница, там не совсем удобно. Предлагаю вот туда свалить. Автобус поехал туда. Хорошо. Перехват, как перехват. Так, автобус там останавливается, это нам нехорошо, иди сюда. Блин, где ж тут перейти? Ни туда, ни сюда. Так. Ладно. Мы обошли больницу туберкулезную. И
И идем гулять. А? Хорошо. Впереди стоят дядьки. Мы думаем, что это могут быть милиционеры. Но, скорее всего, что это не они. Я абсолютно спокойна. Для меня немножко болит ручка. Ножка. Видео, я не знаю, на каком моменте остановилась. Но мы продолжаем, типа, не домой сваливаем. У нас объявлен план перехват. Мы решили все-таки пройти туда. Пусть что будет. Заберут, так заберут. Что отдадут, так дадут. Плохо, что только они услышали имя Ангелины. А мое они знают, прям без меня пишут протокол, без подписи. Это не милиционеры оказались.